Майские указы президента России в действии. В следующем году в Чебоксарах откроется 10 детских садов. Деньги на их строительство поступят по двум федеральным программам – «Жилище» и «Развитие образования». Так решается вопрос доступности дошкольных учреждений. По первой программе построят 2 детских сада в микрорайонах Соляное и Новый Город. По другой – 8. Сады появятся в микрорайонах Университет, Кувшинка, Солнечный, Соляное и Садовый, поселке Сосновка. Практически по всем вышеуказанным объектам проектная документация разработана либо находится на завершающей стадии. По некоторым из них уже получено положительное заключение экспертизы. И по 7 из 8 объектов конкурсные процедуры планируем начать в июне месяце. И заключение контрактов запланировано на июль текущего года. Глава столичной администрации Алексей Латыков подчеркнул, предстоит масштабная работа. В Чебоксарах строятся и школы. В микрорайоне Волжский 3 ее должны сдать к июню следующего года. Работы идут по графику. В ближайшее время начнется строительство 3 школ в микрорайонах Новый Город, Садовый и Университет.